Всем привет! Сегодня рассматриваем колечко. Колечко не мое, но записываю отдельно на него выпуск. Почему? Потому что это результат, один из первых результатов работы уже нашей мастерской. Оборудование мы купили зимой и весной, все это время его монтировали. И вот, собственно, уже есть первые результаты. Плюс камень я добывал сам, это циркон из Камбоджи. С таким, видите, черным подтоном, как я люблю. И дизайн, стиль полностью наш, Сина Джемс. То есть вот все, как мне нравится. Черные бриллианты, золото с чернением, золото без чернения. Подложка в готическом стиле в нашем с крестиками. Ну или цветочки. В готике вообще это цветочки. И, собственно, колечко женское. Приятно, когда женщины разделяют мой вкус. Все черно-золотое, или черно-белое, или черное с черным. Форма удобна для ношения, такая форма. Ну, например, когда едешь за рулем, она меньше крутится на пальце, да, потому что здесь вот есть такая внизу плоскость, то есть палец упирается во что-то. И вы часто просите показывать изделия на пальцах. Для меня всегда это странно, потому что у всех пальцы разные, и одно и то же кольцо на разных пальцах будет выглядеть по-разному. Плюс, где найти человека, у которого есть все размеры пальцев, пальцы всех размеров, да? Для съемок непонятно, то есть у меня таких людей нету. Но вот, тем не менее, сейчас вам покажу. Ну вот, примерно так оно выглядит на пальце. В чем смысл просьб, я до конца не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, в комментариях, зачем одевать кольца на пальцы и показывать их. Непонятно. Мне, по крайней мере. И снимает все изделия один и тот же человек, да? То есть ему нужно иметь пальцы всех размеров, чтобы одевать все кольца и все это показывать на пальцах. Ну или нужно с собой брать несколько человек, ну примерно 10. Потому что у женщин тоже размеры пальцев разные почему-то. Они не серийного производства, к сожалению. Но, тем не менее, выполняю вашу просьбу.